В администрации городского округа состоялось плановое заседание местного отделения «Единой России». Члены партии рассмотрели все поставленные вопросы подробнее в нашем сюжете. Партия «Единая Россия» получила более 13 тысяч наказов от избирателей. Основные направления – городская среда, дороги и транспорт, ЖКХ, здравоохранение, культура, образование, социальная поддержка. Все эти наказы мы должны воплотить в жизнь. Поэтому есть предложение сформировать рабочую группу, значит, по реализации вот этих социально значимых инициатив наказов избирателей. В комиссию по реализации наказов вошли 24 члена партии, среди которых глава округа Владимир Ружицкий, его первый заместитель Ирина Назарева и три депутата Московской областной думы. Я могу сказать, нашему городскому округу повезло, что по сути на сегодняшний день из 50 депутатов областной думы, три депутата – Люберец Лидия Николаевна, Игорь Валерьевич, Дмитрий Валентинович, люди с опытом. Я думаю, что это будет такая... такой локомотив по решению тех вопросов, которые люди нам высказали. Также члены политсовета поддержали назначение Ашота Маргаряна на должность руководителя местной общественной приемной партии «Единая Россия». Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.